Масштабную реконструкцию Липецкого аэропорта начали летом прошлого года. Основное внимание уделили взлетно-посадочной полосе. Строили ее более 100 рабочих из набережных Челнов. У дорожников из Татарстана большой опыт. Они реконструировали взлетные полосы в Москве и Казани. В Липецком аэропорту 2 километра 200 метров полосы толщиной 80 сантиметров из сухого бетона уже готовы. Обновленная взлетно-посадочная полоса обошлась в 600 миллионов рублей средств федерального бюджета. Она отвечает всем современным требованиям и стандартам, позволяет принимать любые типы самолетов, вплоть до огромных авиалайнеров. Взлетная полоса шириной 45 метров оснащена самым современным оборудованием. Большая громадная работа была проведена по установлению светосигнального оборудования. Светосигнальное оборудование очень современное, что имеется только в Уфе и в Липецке. Шведские огни и новое полностью трансформаторное оборудование, которое может обеспечить питанием и освещение взлетно-посадочной полосы. Взлетную полосу увеличат до 2 километров 800 метров. В самом здании появятся соответствующие европейским стандартам пункты пропуска пассажиров. Липчане смогут совершать полеты практически во все уголки России, а также в страны дальнего зарубежья. Первый рейс мы будем выполнять в Италию, так как здесь много итальянцев, много иностранцев работает с Италии, поэтому остальные направления будем, естественно, для липецких наших всех граждан выполнять рейсы на отдых. Это Турция, Египет, Греция и другие направления. Качество взлетной полосы эксперты проверят в конце августа. Для этого экипаж пассажирского самолета Ан-148 произведет контрольный взлет и посадку. Масштабную реконструкцию заканчивают и в аэровокзале. Здание приобрело первозданный вид, только в современном стиле. Поставки спецоборудования обойдутся областному бюджету в 300 миллионов рублей. Эти средства уже выделены. Мы ориентируемся на февраль-март. Липецкий аэропорт не только де-юре приобретет статус международного, но у нас будет закончено строительство и произойдет открытие международного пункта пропуска на территории аэропорта Липецк. Это первый и очень важный шаг в направлении развития международных перевозок. Сейчас ведутся переговоры о закупке новых автобусов для доставки пассажиров к самолетам. Приобретут и технику для очистки взлетной полосы. Это станет завершающим этапом масштабной реконструкции воздушных ворот Липецка. Дмитрий Курмаков, Роман Авраменко, «Липецкое время».